потому что ночных бегунов... Это уже выглянет это проклятое солнце. Этот раз миротворцы порядочно разозлили. Серый и мрачно. Хочется сидеть. Миротворцы должны были защищать нас. А теперь нам надо защищать их? Yes.
Выходите, они вас не тронут. Что стряслось? Мы работали, а они напали. Они пришли грабить и убили тех, кто встал на пути. Но не всех. Остальные, где они? Больше никого не вижу. Видимо, схватили. Боже. Мария, Роберт, они забрали их. А они нападали на другие лагеря? Выжившие из лагеря на юге говорили, что сегодня на них тоже напали. Они забрали еду и молодежь. Хотят заставить присоединиться к ним. Все знают, ренегаты мерзкие сукины дети, но до сегодняшнего дня они нас не трогали. Знаешь, куда отвели твоих друзей? Граница между нашей землей и владениями мясника рядом. Там ренегаты и разбили лагерь. Поможешь им? Прошу. Здесь нет миротворцев. Больше никто не поможет. Постараюсь. Спасибо. Будь осторожен. У них заставы вдоль всей дороги. Я буду с тобой на связи. Меня зовут Каспер. Выживший был прав. Дело здесь пиздец как нечисто. Я у первой заставы. Твоих друзей тут нет. Наверное, переехали поближе к лагерю. Дальше на запад по Фултон Тауэр. Постарайся их перехватить. Уже иду. Ничего не понимаю. Нам говорили, что ренегаты опасны, но перемирие длилось годами.
Они будто больше не боятся миротворцев. Что изменилось? Возможно, мы это выясним. Буду на связи. Где они? Что-то не так? Нет, нет. Сам с собой разговариваю. Да, конечно. Как скажешь. Просто ничего нельзя сделать. Их слишком много. Кого много? Ренегатов, дегенератов. Полгода назад они похитили моего сына Рука и заставили делать для них наркотики. До эпидемии я преподавал им химию в школе. Даже оставил одного на второй год. А что с твоим сыном? Он у них в заложниках. Запоздаю с поставкой очередной партии. Его убьют. Этим бандитам нужно преподать урок. Но их там целая шайка. И хуже бывало. Терпеть не могу, когда похищают детей. Ты поможешь? Попытаюсь. Где держит Рука? В военном здании, с видом на канал к югу от Muddy Grounds, рядом с Calvert Island. Вход с бульвара Святого Павла, рядом с разбитым автовозом. Будь осторожен. Как-то я пошел туда, пытался освободить сына. Меня поймали. А потом принесли отрезанный палец Рука. Пока эти бандиты живы, они ни за что нас не оставят. Буду осторожен. Я пойду с тобой и буду ждать снаружи. Как тебя зовут? Эйден. Спасибо, Эйден. Я полгода не могу сомкнуть глаз.
Что они там делают с моим сыном? Я так о нем беспокоюсь. Один. Что случилось? Меня разорила родная семья. Кто? Да, единокровные родственники. Они довели меня до такого плачевного состояния. Почему они так безрассудны? Почему погрязли в заблуждениях? Горе им, горе. Скажешь мне, что происходит? Мой папа. Мой бедный папа покинул этот мир месяц назад. А его братья и сестры, мои гадкие тети и дяди, чтоб им было пусто, обезумели от горя. Они призвали темные силы и нашли зараженного, способного воскрешать мертвых. С тех пор они приносят в дар этой твари ценные вещи, умоляя ее вернуть моего дорогого папу. Они в это верят? Да. Думают, их подношение заставит тварь даровать папе новую жизнь. Люди должны верить. Иногда им все равно во что. А как это связано с твоей бедностью? Они принесли в дар зараженному все папины ценности. Когда я воспротивился, они вышвырнули меня. У меня ничего не осталось. Лишь воспоминания о папе. И зияющая дыра в сердце. Я бы отправился к алтарю и забрал его вещи. Но я слишком слаб. Но ты, похоже, ты крепкий парень. Сходишь туда и принесешь мне его сокровища. Ну, если это так важно, попробую. А, какой храбрец. Я воздам тебе тысячекратно. Они приносят дары по вечерам, так что тебе нужно будет прийти туда ночью. Ты найдешь его вещи в сундуках с ивовой оплеткой. Ты можешь подождать здесь, пока солнце скроется. Я буду ждать тебя в своем пристанище на Ловердам Эйр, в Гаррисоне. Вход недалеко от старого отеля у канала. Прощай! Пока. Ночного бегуна. Молодежь умоляла того не уходить. Увы, ночь ушла, а с ней и ночной бегун. Но ночной бегун оставил карту для непокорной молодежи. А на ней путь, по которому нужно пройти, дабы познать тайный язык. Оставьте меня в покое! Я никому не верю! Я слишком мало пробыл на службе, чтобы умереть.
Спасибо. Здесь тоже никого. Они могут быть на смотровой площадке у ветряка на бульваре Гаррисона. Торопись. Если пленных отведут в лагерь, их будет тяжелее спасти. И я их догоню. Я видел, кто командует этими ренегатами. Это был Элиас. Выживший. Жил вместе с нами пару лет назад. До эпидемии он был адвокатом, человеком слова. Потом он исчез. Было много разговоров. Как исчез? Год назад сюда приходил вынюхивать один парень. Говорили, он от мясника. И что раньше он работал на ВГМ. Он пытался уговорить людей пойти к плотине. Обещал им оружие. Те, кто ушли, так и не вернулись. Когда я в последний раз видел Элиаса, он был дерганом. Как на наркотиках. Его глаза меня пугали. Будто в них лишь одна пустота. Я разберусь. Я добрался и нашел здесь только ренегатов. Значит, они добрались до лагеря. Теперь моих друзей не спасти. Осмотрю лагерь и что-нибудь придумаю. Я не смею тебя просить, но мы не сдадимся. Помоги им. Прошу.
Thank you.
Слишком жилистый. Слишком много мышц. Тихо. Что ты здесь делаешь? Спасаю этих людей. Сомневаюсь, марионетка миротворцев. Вас задушат ниточки, на которых вы висите, но занавес скоро упадет. А у нас нет ниточек. Он освободил нас. Что за хуйню ты несешь? Господин освободил наши тела и умы. Теперь мы видим, что каждый раз, убивая врага, получаем его силу. Ты можешь стать одним из нас или помереть здесь и сейчас. Почему вы нарушили мир? Сила, друг мой. Будучи свободными, мы обладаем силой. Безграничной мощью. Вальц, наш господин, наделил нас ей. Джек Мэтт и его марионетки, подвешенные на ниточках, против нас бессильны. Вы толпа ебанатов. Спасибо за предложение, но вы ебанутые. Ты не понимаешь. Убить его! Отлично. Что ты? Я тебя вижу. Кушать, вот она. У меня кое-что для тебя есть, падла. Я должен был быть не дал. Дай!
Ugh!
Слава Богу! Спасибо. Мы этого не забудем. Сюда. Здесь тоже выход. Прием. Это Эйден. Твои друзья в безопасности. Спасибо, Эйден. Мы все перед тобой в долгу. Это как вообще?